Завтра открывается «Чудо-град» в Екатерининском парке. Детские гуляния будут по всему городу. 1 июня дождь испортил планы на праздник. Все веселье перенесли на субботу. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, перенеслись на день завтрашний, то есть 5 июня. И в Тирасполе это будут две главные локации – Парк Победы и Екатерининский парк. Кстати, в Екатерининском все очень ждут открытия «Чудо-града». И вот буквально сейчас наводят последние штрихи, марафет. Все практически готово. Машинки, качели, карусели. Трудно говорить об этом просто словами. Нужно обязательно прийти и опробовать. И говорят, что «Чудо-град» завтра будет работать до позднего вечера. Главное, что праздновать можно начинать рано. Здесь включат фонтаны, они будут работать и создавать праздничную атмосферу. И что очень удобно, что Екатерининский довольно компактный. И здесь есть несколько локаций, где будут проходить праздничные мероприятия. Где-то можно будет потанцевать, где-то спеть, где-то посмотреть выставку или даже поучаствовать в различных конкурсах. И говорят, дети их просто обожают. В чем бы поучаствовала? Танцах. Я люблю на всякие перегонки, всякие эстафеты там. Ну, я тоже такое люблю, это интересно. Локации, где много спорта, танцев и веселья, всегда пользуются популярностью. В Екатерининске нужно обязательно брать транспорт. Скейты, самокаты, велосипеды для того, чтобы навести шороху на роллер-дроме. И завтра здесь будет настоящее веселье. В Парке Победы праздник начнется завтра в 9 утра. Здесь обещают театральные представления, спортивные и семейные конкурсы. Конечно же, здесь есть свои аттракционы, которые дети обожают. И все торжество продлится до самого вечера. В некоторых городах и селах мероприятия ко Дню защиты детей успели провести немного ранее. Ну а тем, кто не успел попасть в этот отрезок, промежуток хорошей погоды, хочется пожелать завтра безоблачного неба. Наш гидрометцентр на завтра обещает кратковременный дождь, но при этом говорит, что температура будет довольно комфортная. Но на праздниках главная атмосфера, веселье и, конечно же, мороженое. Катерина Воронченко, Владимир Погоня, ТСВ.